Мы не можем начать выступление. Нам никак не начать. Нам не хватает трех музыкантов на сцене. Вот, теперь двух. Мы можем начать. Два музыканта. Это что такое? Что два музыканта? Че играем? Все играйте. Быстренько. Thank you.
если быть смешным. Он мнет себя в ладонях, ты мнешься, но идешь раскачивать собою, изображая дрожь. А нам аккордом струны сразу не кричать, чтоб вы могли друг друга, друг другом обжигать, чтоб завтра у снова с собой тебя купить. Конечно, если снова сегодня не пробить. Надо было слышать этот смех.
надо было видеть эти лица. С головы фон нашу снял метис, честь по чести на прощание отдал. И свою изножен выпустил, и впустил того, кто ближе стоял. Просто лет 14 назад был метис, еще совсем не капрал. Был моис и храбов солдат, и на том же ночью Чибис кричал. Чик-чик, чик-чик-раунд, Чибис кричит, Чибис кричит, Чибис кричит, Чибис кричит, Чибис кричит, Чибис кричит, чик-чик-раунд, чик-чик-раунд. Очень жарко, я сниму из подачи. Печет южное солнце. Сейчас. Наш барабанщик занимается какими-то посторонними делами на сцене. Нет посторонних дел. Для настоящего барабанщика. А все-таки Владимирскую площадь. Владимирский централ. Все в порядке? Молодец, Леха! Сосновую рощу по северной станции, в долине дали смелее красавица Женева Петрови. По счету бармену два кофе, коньяк и пирожное с кремом. Мгновенное фото в костюме цыгана. Парик, борода, не узнает ты, мама. А я отлучусь под удачным предлогом. Мне дачник покажет от моря дорогу. Когда раскроется обман.
с приветом, вас помнящий всегда, знакомый вашего телепаха. Кстати говоря, если кто-нибудь еще не знает, то сегодняшнее мероприятие посвящается, помимо того, что, конечно же, нашему концерту, да, вот как бы, да, во вторую очередь, конечно, она посвящается дню рождения вот этой головы. Оставьте дню рождения голову! Голова, ребята! Желаем доктору Шатобы утра, Шатобы солнце, Шатобы сердце, Шатобы счастье, Шатобы круглый леща. Защелкает стрелец, как бумажный ящик, Шатоб часы, часов не щурят, через цифры мчали стрелки в окнах, тени еще ночуют так. Скачи же время, мелкою так, ищи же время, чайка. Хочу тебе
Раз, два. А можно чуть погромче сделать микрофон в мониторах? Аналогично. Мониторах, микрофон. Раз, два. О, отлично. И наоборот. Микрофон. Раз, раз. Да. Давайте продолжим. Срывая бронхитом, и на лица ропая гланды, выкрикивал румбы с бушприта, рыбаки добойной шаланды, раскованной в Копенгагене, где женщина линию гуд, копирует с копии Гогена, и телеграфируя штук чека. Автомобильная башня.
называется «Нищие». Владимирскую площадь! Ну, можно водички? Водички, Серега, водички, быстрее! А! Пока ничего, все? Водички. На пол претендийской ты чудачил этой ночью. Брошки шпилевал к записке, аккуратный женский почерк. Как всегда сеанс в 3:20, задний ряд для поцелуев. Жанна ждет, и я спускаюсь вниз по лестнице, танцуя. На кушетке спит консьержка, держит книжку вверх обложкой. То ли полька, то ли чешка, шутку ей подброшу брошку. Молодый, это твой
морского льда храмом станет хватило. И сегодня с помощью не боится патрулируя станцию южную проведет срочно ли страницу все работы Марса. И говорят, что все из-за 17-й событий сейчас в той декларации. Но я же знаю точно, что сколько только ты, что ты не заплакала. Shut up!